Ну что, все готовы? Да, замечательно. Тогда вперед, поход. Знаешь, Холли, по мне это была не очень удачная идея. Почему, Сарина? Я не знаю. По мне-то кажется, что это, честно, она не очень понравилась. Сарина, пожалуйста, не порть себе настроение. Я как будто бы виновата. Это что, я что ли решила организовать этот поход? Девочки, не надо ссориться. Это же наш шанс выполнить задание принцессы Твайлайт, моей приемной сестры. Знаешь что, Холли? Мне вообще наплевать, что задала нам твоя приемная сестра. Видите ли, ей надо найти снежный цветок. Если хочет, пусть сама ищет, а я пойду. Ну как хочешь, иди тогда. И пойду, нечего тут стоять. И потом не ищите меня. Что это сейчас было? Оля, зачем ты вообще взяла ее в поход? Вообще-то, Сарина сама захотела идти в поход. Да кто вообще знал? Не брала бы ее, ничего бы такого не случилось. Ты понимаешь, что она сама захотела? Надо было ее тогда с собой брать, надо было уточнить, она точно хочет или нет. Я уточняла, она точно хотела. Значит, плохо уточняла, если она... Так, стоп, могу уже слушать ваш спор. Вы же команда. Неужели это... Да, Катя, ты права. Прости меня, Холли. Я случайно вырвалась. Ты меня прости тоже, Инжира. Вот и замечательно. Ну так что, мы пойдем за снежным цветком? Конечно, мы же должны выполнить задание моей сестры. Поддерживаю. Наконец-то мы добрались. Фух. Да уж. Фух. Ребят, смотрите, вон же снежный цветок. Молодец, Холли. Давай, бери его. Боже мой. Сарина? Да, это я. Что ты здесь делаешь? Я хочу помешать мне добыть этот цветок. И поэтому я его забираю. Историческим сведениям, стоявшим здесь в гарнизоне. Все погребенные, это мужчины в результате болезни. Известно, что природные особенности этой местности пагубно сказывались на здоровье русской армии, которая... Нет, мы не позволим тебе уничтожить нас. Да! И вы думаете, что сможете остановить меня? Никогда. У нас получится. Потому что ты не можешь противостоять нашей магии. Магии дружбы.